Сегодня на территории городского рынка на удивление людно и весело. Здесь отмечают День мандарина. Инициаторы акции «За здоровый образ жизни» сегодня они предлагали горожанам сделать зарядку, после чего обещают каждого угостить мандарином. Пятеро ребят-активистов в ярких оранжевых футболках подготовили для горожан настоящий праздник. С утра они уже побывали в управлении ЗАГС, оставили там 2 ящика мандаринов, которые сотрудники пообещали раздать всем молодоженам. Часть фруктов организаторы передадут в детский дом, остальное раздадут нижнекамцам. Мы хотим пожелать всем хорошего настроения, почаще говорить друг другу комплименты, улыбаться друг другу, не злиться. Несмотря ни на то, что акции проходят только один день, вот это настроение пытаться, ну, как бы применять каждый день, чтобы это было. Вот и все. И будьте здоровы. Будьте здоровы, здоровы, счастливы. Мне очень понравилась акция, потому что я просто обожаю мандарины. Я каждый день где-то 5 штук ем, вот поэтому. Ну, это поддерживает такой боевой дух, здоровье. Столько людей участвует, причем не маленького возраста, а как бы еще и пожилые люди. Это очень здорово. Это сплочает. Очень приятно, что мне дали такой мандарин. Так вкусно. Сладкий. Спасибо большое, сладкий. Горожане всех возрастов с удовольствием приняли участие в акции. Они слушали лекцию врача о пользе тропических фруктов и танцевали под веселую музыку. От души! От души! На! От души тебе! Чтобы провести эту акцию, активисты закупили 160 килограммов мандаринов и потратили почти 10 тысяч рублей. Главное, по словам волонтеров, зарядить оранжевым настроением нижнекамцев и сделать так, чтобы они почаще улыбались. Регина Шигапова, Алексей Савитов. Эфир 24. С понедельника по четверг в 23:30 на телеканале «Эфир».